кошки, собаки, они все черные, мы их отмыть не можем. Комбинезоны у детей все вообще просто... И понимаете, и это такая сажа, это никакая, не которая вот в бане, да, вот когда мы топим баню, а это такая сажа, она химическая. Батареи не греют, постоянные аварии в котлах, низкая температура воды в доме, сажа и копоть повсюду, воздух загрязнен. С такими жалобами обратились к депутату Мособлдумы Дмитрию Голубкову звенигородцы. Виновата котельная в Зареченском переулке. Распространяет копоть, сажу и все объекты выброса горения, которые неприемлемы для качественной жизни, для здоровья детей, для здоровья взрослых, пенсионеров. И все это не только загрязняет наш воздух, но и вообще, в принципе, лучше ухудшает многократно экологию регионов. Парламентарий проверил промышленный объект в ходе рабочей поездки в Звенигород. Пообщался с жителями, обсудили возможные решения проблемы. Проблема более чем реальная. Значит, очевидно, что есть нарушение в технологии сжигания пеллет. Видим черный хвост из трубы. Жители жалуются. Тут, конечно, надо предпринимать меры. Объект взяли под контроль. На данном этапе главная задача – разработать план дальнейших действий по устранению проблемы без вреда для жителей. По словам Дмитрия Голубкова, идеальный вариант – поменять оборудование и подвести газ к котельной. Насколько это реально, узнают лишь после технической диагностики объекта. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».